помощью анализа данных мобильным операторам удалось установить наиболее популярные у москвичей туристические направления Подмосковья. По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, в символическом топе ожидаемо оказался Звенигород. Звенигородская земля – жемчужина Подмосковья. Ее потенциал сегодня до конца еще не раскрыт. Мы прикладываем для развития этой территории значительные усилия. Увеличение туристического потока – один из важных шагов в данном направлении, отметил глава муниципалитета.